готовы, прошу присоединяться, ребята, посмотрите, это матка, босс, это огромный босс на болоте, так, а чем же его мы будем... Ребята, он стреляет по моей жабе, по моим жабам не стрелять, я тебе сказал. Так, а как же мы ее, давайте с пулемета будем. Вот, с пулемета отлично валится, ребята, вот с пулемета мы ее сейчас и убьем. Дорогой друг, а перед тем, как посмотреть это видео, обязательно подпишись на мой канал. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами играть в Swamp Attack. Вы на канале Вечное Детство, и с вами, как всегда, Юра. Ну что ж, давайте поиграем в нашу замечательную игрушку под названием «Атака на болоте». Так, мы с вами уже прошли, мы на втором с вами этапе прошли уже до 11 уровня. Так, и осталось нам совсем еще чуть-чуть до третьего эпизода. Так, ну что ж, мы второй эпизод сегодня должны с вами пройти обязательно. Так что, дорогие друзья, поехали. Чтобы покупать и улучшать оружие, укрепление, взрывчатку, используем монеты. Ребята, у нас монет миллиард. У нас игра взломанная, мы можем покупать что хотим. Так что, насчет этого мы даже не паримся. Так, сосед Вася помогает нам отстреливаться. Так, мы бросаем для крокодилов такую штучку, которая убьет их током, аккумулятор такой, все, который будет их убивать. Так, мы вонючку можем кинуть и кислотный дождь. Так, давайте кинем еще кислотный дождь. Все, пускай теперь они горят, крокодильчики, а мы постреляем с кислотомета. Вот так вот, хорошо, хорошо, отлично. Люблю кислотометом стрелять, это, пожалуй, самое лучшее оружие, с которым я люблю играть. Так, отлично, отлично, отлично. Всех крокодилов перемочим, всех. Так, ребята, ребята, стойте, давайте мне пушку. Отлично. Так, комары и комары, уничтожим всех. А вот, смотрите, с дуршлаками на голове. Вот, ребята, крокодилы наступают. Посмотрите, сколько их. Ай-яй-яй, сколько ж вас здесь может быть. Всех перестрелю, всех-всех-всех. Ай-яй-яй. Фух, ребята, наконец-то мы атаку отбили. Фух. Я думал, все, уже они... Так, уровень пройден, отлично. Так, ну что ж, давайте перейдем на 12 уровень с вами. Так, это мы можем купить с вами сейчас в киоске что-то. Так, а ну пошли отсюда все. Так, двойные монеты. Удваивает число монет, но мне, в принципе... Это не нужно все. Мне нужно оружие. Так, что из оружия мы можем взять, ребята? Давайте наберем боеприпасов. Да, в принципе, оружие пускай так и остается. Отлично. Так, взрывчатка. У нас из взрывчатки есть. Что у нас есть? Воздушный удар пусть будет. Пусть будет улей. Пусть будет воздушный удар. И ядерная бомба. Пускай будет вместо этих штук. Все, отлично. Так, оборона. Так, дерево есть. Так, баррикады, пики установлено. Улучшить все максимально установлено. Бочка установлена. Тетя Клава. Ребята, давайте еще возьмем тетя Клаву. Вместо соседа Васи возьмем тетю Клаву. Вот это прикол. Так, медведь. И мина. Так, медведь используется. Так, отлично. А я думал, это бобер какой-то такой стоит. А это медведь, оказывается, в шапке. Так, ну что ж, давайте сыграем с этой Клавой, ребята, на 12 уровне. Так, отлично. Так, а чем тетя Клава будет отбиваться, мне интересно. Веслом, наверное, будет бить. Ого, кто это такие идут? Какие-то конкретные... Оп, на мину. Моя мина уже использовалась один раз. Ребята, то какие-то ежики идут в этих, в противогазах. Ребята, тетя Клава сейчас будет отбиваться с веслом. От этих рыбешек, которые нас хотят сожрать. Отлично.
Так, хватит нас кушать. Так, взяли. Все, тетя Клава отбивается веслом по полной программе уже, ребят. От пираний. Да, все. Медведь бросает эти. Ого, ребята, ядерная бомба. Вот это радиация у нас. Все, ребята, мы прошли этот уровень. В принципе, оружие я менять не хочу. Вместо соседа Васи пускай у нас будет тетя Клава, которая веслом отбивать будет наших противников. То этот хоть помогал мне немножко. А что он мне помогал? А, он мне помогал с дробовика отстреливаться. А она будет веслом махать. Ну, пускай веслом помахает, а я уже сам отстреляюсь. Что это за крысы идут такие, ребята? Видели? С пушками, с какими-то, с ружьями. Какие-то крысы с ружьями, ребята. Что это за хорьки такие идут? И с дуршлаками на голове тоже. Все, мина одна сработала уже. Так, кого еще подстрелить? Давай. Так, отлично. Все идет по плану пока что. Так, тихонько. Дядя Вася, тетя Петя. Держите, получай атаку, получай. Так, отлично, ребята. Уровень мы этот с вами прошли. 13-й. У нас на повестке дня уровень 14. Давайте сыграем в уровень 14. И скоро мы должны добраться до конца этого эпизода, ребята. И начнется новый эпизод. Посмотрим, что же там будет. Конец света, ребята. Эпизод 2, глава 14, конец света. Конечно, конец света, ребята. Посмотрите, бобры идут. На меня идут бобры с бензопилой. Конечно, конец света. Вот эта война, ребята, началась конкретная уже. Так, тетя Клава готова отбиваться веслом? Так, бобры идут с дуршлаками на голове, ребята. Отстреливаемся, пьем. Вау, у меня жизнь съедает. Меня стреляют крысы вот эти. Водяные. А вот и ежики идут, смотрите. В каких-то противогазах идут или подводных каких-то. Так, пускай током вас немножко погасит. Отлично. А мы пока вас постреляем. А улей, это что, интересно? Сейчас проверим на ком-то, кто там будет первый бобер. Давайте на вас проверим, улей. Конечно, они сразу ныряют, боятся. Чел, я так и думал, что так будет. Боятся пчел. Отлично. Все, хуй, здоровье мы пополнили, а то я думал уже мало у нас здоровьечка. Так, ребята, что ж, уровень 14 мы с вами прошли, и у нас на повестке дня уровень 15 уже, по-моему, да? 15 уровень НЛО, ребята, а какой 17-й? 18-й последний, ребята, и новый эпизод начнется. Ну что ж, давайте. Уровень НЛО только с оружием, получаемое за поражение НЛО, этот уровень вернет тебе все твое оружие, потому что НЛО у нас, мы как все знаем, забирает. Вы смотрите, вау, все забрало у нас все НЛО, и нам нужно теперь только дробовиком отстреливаться. Тетя Люся, помогай мне, или тетя Клава, как тебя там звать, помогай мне отбиваться от этих злых чудовищ, злых тварей, которые меня просто сожрут сейчас. Так, НЛО сбиваем, быстренько забираем самолетик. Так, убиваем ежиков этих противогазов. Тетя Клава, давай веслом махай своим уже. Начинай махать, потому что уже много кто идет сюда на нас. Так, отлично. Аккумулятор мы забрали, можем бросить. Пускай током их погасит немножко.
Так, медвежонок бросил коктейль Молотова. Отлично. О, отлично, атомная бомба, ребята. Мы ее забрали с вами. Так, тихонько, тихонько. Давай, давай, давай. Стреляй, 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 стреляй. Гаси, 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 гаси. Так, все, попался на бомбочку. Так, самолетик забрали. Все, ребята, НЛО упало, и все оружие мое растеряло. Теперь мы переходим на 16 уровень с вами. И до 18 до последнего уровня осталось совсем немного, дорогие друзья. Так что сейчас посмотрим, что нас ждет, в принципе, и как мы сможем с вами. Так, тут быстрые миссии еще пооткрывались. Так, ну что ж, давайте перейдем к 16 уровню. Так, ну что, готовы все? Приключениям, к труду и обороне. Держите, получайте, получайте, получайте. Всех перестрелим, всех, всех застрелим. Перестреляем всех. Получаю, получаю. Так, что у меня осталось, ребят? Ого, крокодилы пошли, давно не было крокодила. Это опять пошли крокодилы. Ну, где же вы? Все. А, вот идут опять. Опять идут крокодильчики. Опять идут родные. Посмотрите, сколько их много. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну ничего, мы с вами с легкостью справляемся с ними. Потому что у нас есть оружие. Так, ребята, хочу посоветовать вам подписаться на мой канал, если вы еще не сделали это. У вас есть отличная возможность подписаться на мой канал и получить ценные призы. И не пропускайте мои видеоролики. Так что подписывайтесь и выигрывайте. Да. Все, огнемет мы забрали. Отлично. Эту забрали. Так, ну что ж, уровень 16 пройден. Давайте перейдем, собственно, к 17 уровню. И 18 это уже будет последний. Так что сейчас на 17 уровне нас перед боссом. А что за босс будет, мы еще не знаем. Так что посмотрим. Какой-то босс, вон там уже черным обведено какой-то. Но мы еще точно не знаем, кто это такой. И что он нам приготовил. Так, злой бобер, ребята. Уровень 17. Злой бобер. Так, бобры. Мы уже от бобров с вами отбиваемся, 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 отбиваемся. Отбиться никак толком не можем. Правильно? Так что давайте уже предпринимать какие-то меры будем и... Или сжигать будем их. Вот так вот. Всех спалю. Всех сожгу. Вот так. Хорошо. Ого, ребята, посмотрите. Опять злой бобер этот большой, огромный. Это опять босс, что ли, такой? Или это тот же бобер? Давайте его спалим, сожгем, сожгем. Все, ребята. Нет, это не босс был. Вот второй идет такой же. Смотрите, вот это атака бобра, ребята. Вот что означает атака бобра. Вот теперь я буду понимать, что такое атака бобра. Смотрите, сейчас мы его уничтожим. Да и все, ребята. Чувствую, скоро будет босс. Ну что ж, ребята, вы готовы увидеть босса? Я тоже хочу увидеть босса. Так, отлично, этот уровень пройден, ребята. И мы переходим на уровень босса, дорогие друзья. На 18 уровень мы с вами переходим. Но я хочу взять... Вместо огнемета я хочу взять, дорогие друзья... Сейчас я вам скажу, что я хочу взять. Так, огнемет мы выбрасываем. И я хочу взять... Вот, миниган. Хочу взять пулемет. Все, дорогие друзья, теперь давайте начнем игру. Ребята, как это какой-то комар такой, какое-то насекомое. Вот это будет у нас теперь босс. Так. Ну что ж, ребята, готовы? Не забудь улучшить укрепление, ребята. Встреча с боссом — это очень серьезно. Королева комаров. Да, ребята, это огромный комар, насекомое. Это королева всех комаров, которые только могут существовать
в этом мире. Мы посмотрим на эту матку, на эту маму комариков сейчас с вами, естественно. И посмотрим, сможем ли мы ее одолеть или не сможем. Но я думаю, сможем. У нас игра взломанная, у нас она с читами. Так что я думаю, еще раз хочу предупредить. Если вы малыш какой-нибудь, то вам лучше не смотреть. Потому что вам будет страшно. Вдруг вам ночью приснится какой-нибудь большой злой комар. А если вы не боитесь мультяшных таких убийств всяких, то прошу присоединяться, ребята, посмотрите, это матка босс, это огромный босс на болоте. Так, а чем же его мы будем... Ребята, он стреляет по моей жабе, по моей жабе, по моим жабам не стрелять, я тебе сказал. Так, а как же мы ее, давайте с пулемета будем. Вот, с пулемета отлично валится, ребята, вот с пулемета мы ее сейчас и убьем. А кислотомет? Поможет, давай с кислотомета. Давай, давай, давай. Фух, ребята, да, ребята, мы с вами убили ее наконец-то. Вы представляете? Все, поздравляем. Все, ребята, мы прошли с вами этот эпизод до самого конца. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас следующее. Мы с вами открыли новый эпизод, получается, да? Так, мы встретились еще с каким-то чудищем болотным. И... открыли третий эпизод. Ну, ребята, в третьем эпизоде нас ждет болотное чудище. Так, ребята, ну что ж, дорогие друзья, этот эпизод подошел к концу. Обязательно подпишись на канал, поставь комментарий и поставь лайк, ребята. Ну все, ребята, дорогие друзья, до встречи в следующих сериях. Мы будем продолжать играть в эту игру. Пока-пока.